Каждую неделю я вижу встречи клуба садоводства в ресторане. Так роскошно. Кажется, они отлично проводят время. Будь у меня такие стильные подруги, я бы не верила своему счастью. Значит, тебе тоже нужно вступить в клуб. Миссис Йост, вы знаете про клуб садоводства Лижен Парк? Ох, милая, таких заморашек туда не берут. Утром я думала, что больше никогда не засмеюсь. И вдруг ты в этом наряде. Всю мою жизнь ты волновалась о чужом мнении. Пора подумать о себе, понять, чего ты хочешь. У миссис Йост был отличный вкус. Мне ответить? И что скажешь? Миссис Йост не может подойти, она закопана под бегониями. Дамы! Привет! У тебя есть любовник. Мой муж на волоске от смерти. Не знаю, кто ты, но точно не заморашка. Мне нравятся женщины, которые не боятся перемен, новых образов, вызовов, знаний. И если в этом преуспеть, никто и не подумает, что мы когда-то были другими. Как вы поживаете? Все еще мертвы? Жаль.